хто такі черкеси? Що в українців спільного з цим кавказьким народом? Чому вони так ненавидять Росію? Про це, а ще про розвал Російської імперії, страхи Путіна, війну в Україні будемо говорити з черкесом Ібрагімом Ягановим. Російські спецслужби полюють за ним, називають терористом та іноагентом. Ми ж патріотом свого народу. Він очолює національно-визвольний рух «Вільна Черкесія», член політичного руху «Кавказький Союз», який називають ключем до розвалу Росії. Ми починаємо, а ви, друзі, ставте, будь ласка, вподобайки, коментарі та підписуйтесь на наш канал. Якщо Росія победит Україну, Європу ожидає та сама участь. То, що відбувається, це агонія. В принципі, так погибали всі імперії. Росія целенаправленно воювала як з Османською імперією, так і з кавказськими народами. Как такового русского народа, я не знаю, кого назвать русским народом. Вітаю вас, пане Ібрагіме. Дякую, вітаю, що знайшли час з нами поспілкуватися. Перше питання. Для того, щоб наші глядачі зрозуміли, звідки ви? Яке ваше рідне місто? Хто ви за національністю? Я черкес. У нас є самоназвання, є інноназвання. Самоназвание – это адыга и абаза, это две этнические группы. И иноназвание – черкес, весь мир нас знает как черкесов. Відколи пам'ятає історія, на східному узбережжі Чорного моря жив народ черкесів. Самі себе вони звуть адигами, говорять вони дуже незвичною мовою. Ця мова не має аналогів у світі, і ніхто не знає достеменно, звідки вона взялася. У певні часи Черкесія була найбільшою державою на Кавказі, займала чималу територію. Але Російська імперія захотіла їх землі собі. Ми ближайші сусіди і навіть родственники українців. Черкесы всегда жили на левом берегу Азова, а Украина всегда была на правом берегу того же Азовского моря. Очень большие военные, политические, экономические связи у черкесов всегда были с Киевской Русью особенно. Очень много черкесов служили в Киевской Руси. Черкесская династия Шагеновых фактически родственники украинским Шевченко. Это один и тот же род. У нас это называется Шоуджен, а по-украински Шевченко. Еще ряд фамилий, которые имеют черкесские корни и очень большие династии. А с приходом Российской империи на Черноморское, Азовское, в общем, побережье, нам просто запретили общаться, мы стали чужими людьми, мало того, нас натравили друг на друга. Ну, в частности, запорожские казаки принимали участие в покорении Кавказа, часть их была переселена на Кубань, и Российской империи Ногайская степь и Черкесская равнина нужна была без коренного населения. И эти народы были подвержены тотальному геноциду. Когда Российская империя появилась на Кавказе, они выдвинули лозунг: «Нам нужен Кавказ, но он нам нужен без кавказцев». Російська імперія знищувала черкесів не лише на полі бою. Російська армія вбивала цивільних, спалювала аули разом з живими людьми. Прибережні села розстрілювали з корабельної артилерії, як зараз розстрілюють Одесу. Російський генерал Вільямінов організував штучний голод, бо вважав це найшвидшим способом упокорення. Через півстоліття голодомор росіяни застосовували і на українській землі. 7 років лежали розкидані людські кістки на березі моря. Ворони робили гнізда із борід чоловіків та жіночого волосся. 7 років море викидало на берег людські черепи, ніби кавуни. Навіть ворогу не побажаєш побачити те, що довелося, згадував свідок Напсау й Абаркху Гансак. У результаті геноциду Російської імперії на історичній батьківщині черкесів лишилося заледве 10%. Геноцид черкесів – найбільший вчинений росіянами геноцид. Російський генерал Євдокімов хвалився у 1864 році, що зміг знищити величезний народ. Земля за кубанців була потрібна державі, в них самих не було жодної потреби. При цьому імперія використовувала підкорені народи для загарбання інших. На місце, де були вбиті черкеси, імперія переселяла колишніх українських козаків. Так українці з'явилися на Кубані.
21 травня 1864 року російський генерал Павел Граббя провів парад перемоги над черкеським народом у Красній Поляні біля Сочі, черкеському поселенні Кба-Адда. Цей день – символ скорботи для черкесів. Покорення Кавказу практично насчитує около 300 років. Кавказська війна була завершена в 1864 году, когда русский царь подписал декларацию о присоединении Кавказа вот на той самой Красной Поляне, где прошла вот эта Олимпиада сочинская. Вот. А продолжалась она 101 год. Она началась в 1764 году со строительством Моздокской крепости. Все эти годы, 101 год, Кавказ сопротивлялся Российской империи. Если Гитлер сопротивлялся, то воевал с Советским Союзом 4 года, Наполеон, в общем, против Наполеона 1,5 года, ну, еще покорение Сибири, Дальнего Востока, такого, ну, такое большое времени, в общем, не занимало, но Кавказ, географически не очень большой, он сопротивлялся 101 год. 90% черкесов было уничтожено в результате войны. Очень много погибло в результате чумы, которая была занесена как бактериологическое оружие. Остатки были изгнаны в Османскую империю, половина из которых погибла по дороге. Кавказька війна – найтриваліший збройний конфлікт у російській історії. Вона розпочалася у 1763 році і тривала 101 рік. Хоча російські історики переконують, що Кавказька війна тривала лише кілька десятиліть. Народи Кавказу чинили запеклий спротив росіянам-завойовникам, черкеси – найбільше. 21 мая – це окончання русско-кавказської війни. В Черкесії це день траура по погибшим в цій війні. Несмотря на все противодействия, этот день всегда отмечался, отмечается. И этот день отмечается символом черкесского сопротивления Российской империи. Основным символом является зеленый флаг с 3 стрелами и 12 звездами. У Кабардино-Балкарии, у Карачаева-Черкесии есть свои государственные флаги, но про эти флаги мало кто знает. Весь черкесский мир знает флаг зеленый с 3 стрелами и 12 звездами. Что и этот... он означает? 3 стрелы означают практически то же самое, что означает украинский трезубец. А 12 звезд – это 12 основных коренных, в общем, черкесских племен. Этот флаг сегодня является, для нас было это вообще в те времена очень удивительным, также и государственным флагом Республики Адыгея. Но в Республике Адыгея адыгейцев меньшинство, их около 20%. Многие задают вопрос, почему 20% населения Республики Адыгея должна быть титульной нацией. Но никто не задает вопроса, почему в Республике Адыгея коренных народов осталось всего 20%. Практически географически Кавказ попал между двумя жерновами, между двумя варварскими империями. Это между Российской империей и Османской. И была перемолота между этими двумя жерновами. Но, тем не менее, кавказские народы выжили и по сегодняшний день живут на исторической родине. Сколько сегодня представителей вашего народа? Про какое количество можно говорить? И если мы нарисуем, да, вот для зрителей карту России, где вот вы обитаете? Сейчас на Кавказе проживает около 800 тысяч черкесов в 3 резервациях, которые оставили Российская империя для этого народа. Это 3 республики, так называемые. Это Адыгея, Карачаево-Черкесия и Кабардино-Балкария. Практически это единый этнос, разделенный на 3 части и названные по-разному империей.
Посередине Краснодарского края располагается Адыгея. Адыгея отделена клином от Карачаева-Черкесии, казачьим клином, мостовским районом, чтобы они не общались. А Карачаева-Черкесия и Кабардино-Балкария разделены Ставропольским краем, так называемыми Кавминводским регионом. Это было сделано исключительно для того, чтобы расчленить, чтобы они не могли никогда объединиться, чтобы они не общались. То же самое было и с другими кавказскими народами. Потом их территории начали перекраивать, одну территорию передавать другому. Особенно этот процесс продолжался в период сталинизма. Это были заложены мины замедленного действия. Политика тогдашняя «разделяй и властвуй», к великому сожалению, работает и по сегодняшний день. Но самое большое число черкесов проживает в Турции. Это 5-миллионная черкесская диаспора, которая позиционирует себя как черкесы, и около 2 миллионов ассимилированных уже турков, но которые знают и помнят, кто они такие, кто были их предки. И что самое главное, в этой диаспоре все, кто старше 40 лет, все говорят на черкесском языке. Сейчас стало престижно и модно говорить на родном языке. Я неоднократно это говорил, но еще хотел бы еще раз отметить. Массовый исход переселения русских последний был в 17 году после Октябрьской революции. Они, знать и белогвардейцы, они эмигрировали на Запад, в основном во Францию. В третьем поколении потомки этих иммигрантов растворились. Сейчас диаспоры того периода в Европе практически нет. Вся диаспора 90-х годов. То есть 100 лет они практически растворились. Черкесская диаспора в Турции насчитывает около 250 лет. И за эти 250, минимум 200 лет, они сохранили язык, культуру, национальную идентичность и, что самое главное, идею вернуться на историческую родину. А какая самая большая ложь о вашем народе была создана Россией? Вот, например, у нас, да, были казаки. Они же так переписали историю, что казаки – это те, кто пили, носили широкие шаровары. И вот на самом деле, когда поднимаешь архивы, смотришь, казаки никогда не пили, особенно когда у них был период, да, воин, никогда не носили вот эти шаровары. А нас, вот украинских воинов, ставили вот такими, извините, вот дурачками, алкоголиками. Вот это же была работа, пропаганда. А вот если говорить о вашем народе? Да, есть такая величайшая ложь, в общем, которую несут как историки более позднего периода и сегодняшние, в том числе и политики. Российская историография утверждает, что Россия не воевала с Кавказом, Россия воевала с Османской империей. А когда рубят лес, летят щепки. И вот эти народы в результате пострадали. Это ложь. Россия целенаправленно воевала как с Османской империей, так и с кавказскими народами. Еще эти лжеисторики, которые, их трудно назвать историками, это переписчики истории, они утверждают, что Российская империя хотела оставить кавказские народы на территории, в общем, России, им предлагали переселиться за Кубань, в эти степные зоны. Давайте мы предложим чукче переселиться на Канары. Он согласится? Нет, потому что ареал обитания чукчи – это тундра, это его родина. Точно так же якобы предлагали черкесам переселиться за Кубань, что Российская империя хотела предоставить им все возможности, принести им цивилизацию, водку. Они утверждают, что черкесы отказались жить в крестьянском государстве и добровольно ушли в мусульманскую Османскую империю, хотя их пытались отговорить, уговорить. Возникает вопрос, а 100 лет войны, а уничтожение 90% черкесского населения и остальных народов, геноцид черкесского и ногайского народа, это что было?
Русская историография признает 30 лет войны на Кавказе. Это период имама Шамиля. Этот период российская историография даже разрекламировала. По той причине, что имам Шамиль признал свою борьбу против Российской империи ошибочной, сдался в плен империи, принес челобитному русскому царю и обратился к своим соратникам сложить оружие. Поэтому этот период не просто признан, но он еще и разрекламирован в пропагандистских целях. А 70 лет предыдущие, когда воевали черкесы, особенно патриархальная Кабарда, она предана забвению по той причине, что вот в этом периоде хвалиться империи нечем. Эту войну тактически они проиграли. Черкесы перестали сопротивляться после чумы, которая была занесена искусственным путем. И был провозглашен вот этот лозунг Ермолова: «Черкесия без черкесов, Кавказ без кавказцев». И российская армия впервые применила тактику выжженной земли именно в Черкесии. Эта тактика у них жива и по сегодняшний день, и эту тактику они применяют сейчас в Украине. И применяли везде, в том числе и в Чечне. Украинцы удивили не только нас, но и весь мир. Знаете, вот в молодые годы мы всегда... Сельские мальчишки дрались с городскими всегда, это я помню, в общем. Они нас называли деревней, а мы их называли городской беднотой. И вот стенка на стенку. И я вот это увидел. Я думаю, что вот эти городские, вот это, в общем, деревни, которые, в общем, сельская, они сыграли свою роль. Я думаю, фронт держат именно они. Вот эти настоящие, истинные, вот эти сельские, в общем, украинцы, граждане этого государства, которые выросли на этой земле, я их почувствовал, я их вижу. То, как украинцы защищают свою родину, это пример для очень многих. Первый раз в жизни в Украине? Нет, в Киеве первый раз, в жизни. Но я был в свое время, в 91-м году Львов проехал насквозь верхом на лошади. Я был тогда членом одной экспедиции, конной экспедиции, и мы как раз проезжали через Львов на Ивано-Франковск. Там за Ивано-Франковском есть местечко Рахов, где стоит географический центр Европы. Там у нас был финиш. Но это было в 91-м году, я был молодым, романтичным и целеустремленным. Сейчас уже времена другие, и, честно говоря, у меня большие впечатления от, в общем, Киева. Сейчас, вот когда вы приехали в Киев, да, столица военного да, государства, да, ваши первые впечатления? Слушайте, я сразу почувствовал, что это мать городов русских, это однозначно. Вот масштаб, вот эти дома, вот эти купола, которые, это все очень, в общем, впечатляет. И у меня, я, наверное, скоро уеду с большими впечатлениями. Но я очень надеюсь, что в ближайшее время вернусь. За Російської імперії, Радянського Союзу та Російської Федерації і аж до нині російська політика по відношенню до черкесів стежити за ними, русифікувати їх та руйнувати всі спроби консолідації черкесів як в Росії, так і у світі. Російська влада застосовує тактику «поділяй і владарюй», намагаючись протиставляти черкесів, росіян, козаків, ногайців, які всі живуть у межах одних і тих же російських адміністративних утворень. Черкеських громадських діячів дискредитують та звинувачують у екстремізмі та бажанні распалить войну на Кавказе. По версии русских спецслужб, я говорю с кем? С террористом, да? Да. Что вам инкриминирует Россия, российская власть? Стандартный пакет, модный, который сейчас, оправдание терроризма, дискредитация армии, ну и, конечно, я думаю, что и измена Родины, это в пакете для иноагентов. Ну, слово «иноагент», он как-то стал в какой-то мере еще и знаком качества. С одной стороны, я тоже имею этот знак,
поэтому я думаю, что согласно этого знака вот весь этот пакет у меня тоже есть. Когда вы уехали с России, почему? Власти собрали все материалы, статьи, выступления в интернете за 3 года назад. Назначили, отправили в Москву на какую-то экспертизу. Эта экспертиза дала заключение, что я оправдываю терроризм. Ну, скажем так, информация до меня довели информацию, что в общем, пришло распоряжение к возбуждению уголовного дела. И я, в общем, уехал. Национальное движение там дома существует? Конечно. Или ФСБ так закрутило гайки, ну, если можно сказать? Национальное движение, оно проявляется по-разному. Например, всегда говорят, что физика утверждает, что если материал хороший, любое действие на материал всегда рождает противодействие. Вот этот зеленый флаг, он стал общечеркесским, потому что его пытались запретить. Сейчас пытаются запретить национальные языки, их в школах спокойно перевели на факультатив. И вот все эти действия рождают противодействие. И вот эти все противодействия, я думаю, и являются национальным движением сопротивления. Сейчас стало хорошим тоном говорить на родном языке. Вся молодежь черкесская, как в диаспоре, так и на родине, умеет танцевать национальные танцы 100%. Вы, наверное, слышали про эту знаменитую лезгинку, которую запрещали по всей России. Ее запрещают, а она распространяется. Назло тем, кто запрещает эту лезгинку, кавказцы все танцуют везде и повсюду. Этого не запретишь. Не запретишь традиции, национальную идентичность. А когда вот молодежь опять стала говорить на родном языке? После чего? Вы знаете, в 90-х годах, когда Ельцин попытался второй раз переформатировать империю под названием Союз Советских Социалистических Республик, все эти республики глотнули свободного воздуха. Тогда и Кавказ, и многие народы поверили, что в России может быть демократия. Но он тогда сказал, берите независимости столько, сколько сможете проглотить или унести, там разные версии его фразы. Именно тогда, и с появлением интернета, все это стало доступно молодежи, а до этого это все было запрещено. И вот этот доступ к диаспоре, к мировому сообществу, к интернету, к информации, конечно же, дало большой толчок вот национальному вопросу, национальной идентичности. И вот с тех пор это очень сильно развивается. Сейчас в Черкесии ни одно мероприятие, ни одна свадьба, даже семейное торжество не проходит без этого символа с 3 стрелами. Хотя это не является государственным атрибутом. Это национальный атрибут, это символ сопротивления черкесов Российской империи. А сегодня Украина может рассчитывать на то, что на Кавказе может развернуться второй фронт? К сожалению, сегодня это невозможно. Это невозможно в ряде причин. 250 лет колониального периода Российской империи над кавказскими народами, они не прошли бесследно. Геноцид тогда был жесточайший, и он продолжается перманентно и по сегодняшний день. Вот представьте себе на секунду Хабаровск. Вот сколько он бастует, да? И российская власть к ним относится очень умеренно, спокойно. Они побастовали и разошлись. А давайте вспомним, что происходит на Кавказе. На Кавказе вопросов нет. Что делать с кавказцами, они знают. Они могут в любое время легко переехать их танками. Уничтожаются, в общем, пассионарии. Та часть молодежи, образованная, пассионарная, которая имели даже, вот, элементарно имели загранпаспорта, они выехали после объявления мобилизации. В основном остались, ну, скажем так, ватники. От них ожидать какого-то восстания, хотя они непосредственно являются жертвами этой политики, сегодня не представляется возможным. Власть в России еще сильная, она жестокая,
и с ними церемониться не будут. То есть нам рассчитывать на открытие второго фронта? Сегодня уже нет. Но в ближайшее время, например, если откроется перспектива, Россия ослабнет, и перед ними откроется перспектива, а перспектива может открыться по-разному. В частности, например, для нас может стать перспективой признание геноцида черкесского народа Украины. Нам всем, в том числе и Украине, не удалось так далеко оторваться от Советского Союза. Мы до сих пор еще это модное слово «совки», мы еще, к сожалению, страдаем этим. Для этого нужно время. Ну, если посмотреть, то Украина сама до последнего не верила, что Россия может напасть. Но это случилось. Поэтому сейчас, наверное, обсуждать или осуждать кого-нибудь мы не можем. Часть, которая это понимает, имеет какие-то силы, они делают все, что могут, а та, в общем, которая не может, идут в мобилизацию. Тем более мобилизация оказалась для этих нищих регионов, всех районов, так и уральских, сибирских. Которых Россия сделала специально нищими. Причем, они имеют богатый ресурс. Это вообще общая колониальная политика. Все империи жили за счет колоний. Это суть империи. Если все европейские империи перешли в республику 100 лет назад, в общем, Россия протянула еще 100 лет. И до сих пор Россия является империей. Я думаю, что сейчас Российская империя отмеряет естественным путем. То, что происходит, это агония. В принципе, так погибали все империи. Ну, здесь, конечно, очень плохо то, что Украина платит за это очень дорогую цену. А так процесс, я думаю, исторически, в принципе, идет. У нас на глазах гибнет последняя европейская империя. Это событие. Я думаю, что народы постсоветского пространства уже готовы, в общем, к этому, чтобы стать свободными и построить уже свободное, развитое европейское государство. Мы себя идентифицируем европейцами. Кавказ находится на стыке Азии и Европы, прямо на границе. Но никто из нас в Китай не стремится, никто не старается эмигрировать, в общем, в Китай. Все смотрят на Запад, и мы, в общем, себя считаем европейцами. Почему Россия тюрьма народов? Ваше мнение? Потому что она империя. Сейчас не те времена, чтобы империя процветала. Все вот эти основные европейские империи сгинули 100 лет назад, а Россия до сих пор империя. А сегодня на современном этапе жить в Европе с имперскими амбициями практически невозможно. Империя, чтобы выжить, должна воевать, должна расширяться, она должна жить за счет ресурсов, завоеванных в этих колониях. Где основные ресурсы, на которых сейчас живет Российская империя? Они за Уралом. А когда Российская империя появилась за Уралом? И кто там жил? Тысячи этих народов просто уничтожены. А те, кому удалось уцелеть, они живут в нищете. Якутия, Бурятия, основные запасы золота, алмазов, нефти находятся там. Но как они живут и как живет Москва? Москва – это не Россия. Москва – это не город. Москва – это государство. Это бич всей вот этой территории, которая называется условно Российской Федерацией. Поэтому, чтобы выжить, эта империя должна воевать, должна расширяться. Если они победят Украину, следующим, по всей вероятности, будет Казахстан, Грузия, ну и остальные территории. Без этого эта империя не выживет. А на Европу пойдет, как вы думаете? Я думаю, эта империя со временем... Вот если бы вовремя бы отреагировали изначально на Карабах, потом отреагировали бы на Грузию, потом на Сирию, этого бы не было бы. Но Европа
на это не отреагировала, она отнеслась к этому спокойно, и они почувствовали вкус. Обычно вкус к еде приходит во время еды. Если Россия победит Украину, Европу ожидает та самая участь, потому что крокодил не может отступать. Из крокодила сделать вегетарианца практически невозможно. Они это понимают? Вот вы живете сегодня в Европе. Они это понимают, но Европа, она, к сожалению, деградирует. Последняя война в Европе, в общем, закончилась в 1945 году. Основные европейские нации, которые тогда могли воевать, сегодня уже не могут, потому что все эти годы они жили под натовским зонтиком. То поколение, которое умело воевать, оно уже ушло в историю, а новое поколение, оно совершенно другое. И эти народы сегодня не могут рискнуть своим благополучием ради свободы. А еще в свое время Джордж Вашингтон сказал, что народ, который не может рискнуть своим благополучием ради свободы, впоследствии потеряет и благополучие, и свободу. Я думаю, Европа реально стоит сейчас перед этой опасностью. Некоторые это уже понимают. В частности, Германия спешно воссоздает свою армию, у них ее нету. Ну и Польша то же самое. Сейчас пытается реанимировать свою армию, потому что если Украина проиграет, Польша оказывается в непосредственной близости вот к этой империи. Путин умрет или что-то еще, что может расшатать, да? Кавказ тогда сможет выступить единым фронтом? Что для этого делается? Это очень сложный вопрос. И для того, чтобы работать над этим вопросом, в принципе, мы создали Кавказский союз. Запад боится, что после развала Российской империи будет хаос. И что ядерное оружие окажется в руках многих народов и территорий. Ядерный арсенал будет разграблен, что Сибирь без единого выстрела отойдет Китаю, и тогда с Китаем Америка считает его основным конкурентом, уже никто не справится. Но Кавказ, скажем так, имеет некоторые преимущества. Во-первых, на Кавказе нет ядерного оружия. Во-вторых, на Кавказе также нет и китайцев, и влияние Китая на Кавказ особо не распространяется. Кроме китайских товаров, самих китайцев там практически нет. И в-третьих, у Кавказа есть традиционная народная дипломатия. Есть адата, она идентична у всех народов. У черкесов это называется хабза, у ингушей эздел. Вот. Все это работает, все это живо, и на основе вот этих традиционных народных взаимоотношений, я уверен, мы сможем отрегулировать ситуацию, не впасть в этот хаос. Я думаю, что в первую очередь именно Кавказ готов отделиться от Российской империи, и самые большие шансы у Кавказа. Но есть, конечно, уже есть поползновение, есть некоторые решения, есть идея создания единого государства, ну, например, Горская республика, которая, в общем, о которой много говорится, о едином кавказском государстве. Эта идея на Кавказе не будет поддержана, я в этом уверен. Кавказ должен сначала разделиться, очнуться от Российской империи, восстановить свою идентичность, границы, государственность, а потом уже на равных правах, я думаю, уже в дальней перспективе мы сможем организовать что-нибудь типа конфедерации, конгломерата. Но это будет ясно потом, это пока, в общем, теоретически, но я думаю, что эти перспективы очень даже реальные. Сколько оттуда пошли воевать на стороне России, приехали сюда, в Украине? Удается там мобилизировать представителей вашего народа, черкес, или сопротивляются? Я думаю, что акцентировать на этом внимание не нужно, по той причине, что это безвольные люди. Очень страх перед властью существует на всем Кавказе. Но практически можно также поставить вопрос, а сколько украинцев воюет в составе российской армии. Я думаю, этот вопрос тоже некорректный.
Поэтому пытаться посчитать, я думаю, не нужно, некорректно, и это не имеет никакого смысла. Их всех практически принуждают. Это итог вот этой колониальной политики, и думаю, что это никаких вопросов не решает. Я думаю, история даст этому достойную оценку. Запугивают, предлагают деньги. Какими методами они сейчас там работают, в регионах? И поменялось ли они вот через 2 года войны? Потому что Россия учится, мы видим это на фронте. А вот методы работы с народами на территории России? Да, поменялось, и довольно-таки радикально. В первые дни, например, после объявления мобилизации, на фронт отправляли людей насильно, мобилизовывали. Было много отказников. Ну, мы помним вот эту волну через Грузию, Северного Кавказа, там тоже было очень много черкесов. Это пассионарная часть, которая могла выехать, могла себе это позволить. Часть, которая просто примитивно имели паспорта, заграничные паспорта. У большинства их нет. Но потом политика немного поменялась. Ну, представьте себе людей, которые жили за 15 тысяч российских рублей, выживали. $50 – это было, ну, $100 – это была отличная, в общем, зарплата, то есть 60 тысяч рублей. Это была очень хорошая, в общем, зарплата в городской местности, а в сельской это было 15-20, то есть 50. Это вы говорите еще про 22 год, да, $100. 50 долларов. И вдруг этот человек, измученный семейными проблемами, экономическими неурядицами, вдруг получает 1 000 000 рублей одноразовой выплаты и 250 тысяч ежемесячно. У большинства голова пошла, в общем, кругом. Перед ними открылась перспектива, которой не было. Да, перспектива очень рискованная, многие, в общем, погибли, но все надеялись, что пронесет, что повезет, что они выживут. Даже если не выживут, то они хотя бы семье что-то обеспечат. За ранение 3 миллиона, за погибшего 7 миллионов. В сельской нищей местности это бешеные деньги. То есть они осознанно идут? Если меня даже убьют, но жене и детям сейчас будешь что кушать? Уже да. Раньше этого не было, но сейчас уже идут осознанно. Все говорят о второй волне мобилизации. Ее, я думаю, не будет, потому что первая волна еще не закрыта. Она практически идет. Они мобилизовывают столько, сколько могут. Ну, в интернете есть, в общем, цифра, что ежемесячно 30 тысяч. Но эти 30 тысяч мобилизовать просто это одно, но их-то еще надо обуть, одеть, накормить, вооружить. Я думаю, что это не такой простой вопрос, и это идет, в общем, перманентно, поэтому российская имперская власть не нуждается в очередной мобилизации, в принципе, это продолжается, выплаты идут. Даже отчасти, особенно в Северокавказском регионе, появились деньги, их бюджеты пополняются, зарплаты выплачиваются, пенсии даже индексируются. И на этом фоне, конечно же, и при мощной, в общем, пропаганде, когда телевизор все-таки побеждает холодильник пустой, все это срабатывает. Хорошо, но приходят же гробы. А материнское сердце, ну, не работает тоже это? Материнское, в общем, сердце терпит все это. Они всегда, есть всегда страх за младших. Если один сын ушел, если они что-то скажут, где-то как-то не так себя проявят, заберут и второго. А как дома на кухне ваш народ говорит о русских? Что думает? Может, то, что думает, но вслух боится сказать? Не боятся, говорят. Ну вот, мне говорил ингуш, да, что у них бабушка всегда, что бы ни случилось, говорила на родном языке: «Будь проклят русский». Такая поговорка прям была. Вот ему кружка упала, ах, будь не проклят. Только. А как у вас?
Кто для вас русские? То же самое. Даже вот у меня бабушка всегда говорила, если я что-то сделал плохое, ты что, русский? Почему так, где, в общем, поступаешь? Но как такового русского народа, я не знаю, кого назвать русским народом. Да, я хотела об этом сказать. Есть русскоязычное население, подавляющая часть которых идентифицирует себя как русские, но, как всегда, в общем, шутили, в общем, в России, если копнуть, везде сидит какой-то татарин или даже, может быть, еврей. Поэтому здесь это вопрос, скажем так, очень сложный, и думаю, сейчас об этом говорить, наверное, еще преждевременно. Ваши прогнозы, когда Россия может посыпаться? Российская империя будет воевать до тех пор, пока у них будут деньги. Никакого другого основания воевать российским гражданам нет. А эти деньги зависят сегодня от сильных мира сего. Если бы Украина вовремя получила бы то вооружение, которое Запад обязан был им предоставить, Запад, некоторые говорят, что Запад не обязан. Нет. Запад обязан. Обязан тем, что он подписал договор гарантии безопасности Украины в обмен на ядерное вооружение. Этот же договор подписала Россия. Но, в общем, история говорит, что договоры, подписанные Россией, не стоят той бумаги, на которой они написаны, что они очередной раз доказали. Украина платит за это очень дорогую цену. И когда это закончится, очень сложно сказать, потому что она может закончиться и через месяц, и через два. И чтобы сейчас противостоять империи, крайне важно объединиться. Надо идти вперед, а не пытаться вернуться обратно в Советский Союз. И для этого крайне важно объединиться. Дело в том, что демонтаж империи – это один вопрос. А есть второй, более серьезный вопрос. После империи надо построить будущее, надо построить государство, национальные государства. И эти государства должны выжить в этих непростых условиях. И чтобы выжить, чтобы в ногу со временем двигаться вперед, чтобы не отстать от этого прогресса, крайне важно поддержать друг друга, крайне важно объединиться. Не создать очередную империю, а именно объединиться, поддержать друг друга и уже работать на будущее. Мы все в одной лодке, если будем тонуть, то утонем все. Но если будем выплывать, то выплывем все. Поэтому очень важно объединиться. Мы считаем, что после демонтажа и распада Российской империи все народы, независимо от численности и национальности, должны получить право на самоопределение и на самоуправление. Пусть у вас все получится, и чтобы мы обязательно победили. Дякую. Спасибо вам большое. Мы переможем.